А я уже на своей территории. Ну я лечу, захватываю твои эти Да, да, станции. да, да. Я уже там. У меня флот уже десантура там. Я, в общем, в столице своей. То есть уже вот тут вот он я тусуюсь. Стоп, а чё это за красные быки? Так. Чё это летают такие? Быковатые. Да, у меня там снизу живут они, которые на меня все быковали. Не, они на территории Викс, я смотрю, какие-то есть. Какие вот эти? А, ну вот они. Короче, старый. Летают ли, да? Да. Ну да, это вот эти восставшие. Вон она, десятка летает, вот она. Где? Вот она, я подсвечу. Это не десятка, это пятнарик. Уже, да, уже пятнарик. Моя шестерка там летит к вам. Мне, конечно, починиться бы, но хуй с ним уже. Надо аккуратно, чтобы мне не нарваться на него по одному. Я там еще, короче, начал строить. Так что, может, долетит уже семерка, а не пятерка. Так. Че мы полетели-то? Да. И может вот этих в ассоциацию попробуем кинуть? Вот этих вот. Нельзя во время войны, по-моему, не? Ассоциацию же они... Да я не против. Здорово. Так, дайте я пока сохранюсь, пацаны. Паузу. Фу, так, это восьмерочка, девочка. Пока хорошо. А, нет, состояние мира должны быть, да. Да, я говорю. А, он уже в ассоциации, ёп. Я там одного ассоциировался, у самого близкого, который больше всего меня любит. Ва-ва-ва-ва, летит, летит, Дима. Ты нужен, Дима. Да блин, ну лечу. Че, не могу уж быстрее. Намечается Хлесталово. Вы вам сказали, вырыл? Я пока отступаю, я не знаю просто. Может, на некроиды будем сидеть пока? Да не, он сейчас полетит туда, где Дима не успеет. Может, подлететь. Дима успеет. Не-не-не. Мне еще три прыжка до Ираниума, куда ты изначально подсветил. А вообще, к твоим, наверное, спаносе похуй. Чё-то, чё, энергия. Тогда четыре прыжка еще. Я сразу на твоих цепляюсь. Если они как долетят, сразу с тобой будут. Так, планету я захватил, да? Так. Так, подождите, пауза. Улетаю, улетаю, улетаю. Торпеды пора изучать. Так, еду надо кому-нибудь? Мне кинь сколько хочешь. Сколько мне, конечно, надо, но у меня есть запас. И где там твои-то остались, а вот? Минералы тебе нужно, Викс? Минералы, не надо. Энергия на. Бы, энергия бы. Ну вот и продашь и получишь. Ну давай, кидай. А, понял. Только жратвы много не кидай, а то сейчас кинешь там. Миллион. Сколько? Ну у меня, ну, 5 тысяч кидай жратвы. Куда это полетит, интересно, пес? Ага, вниз летит, сюда, да? Сюда, а, сюда что ли прыгает? Анстар. Все нормас. Пригодится. Поехали. А тебе надо еды? Не, мне не надо. А, не, минералов? Минералов не надо. Так. Так, блядь, чего именно тебе надо? Минералов, минералов или еды? Красный минералов. Минералов сколько? Сколько не жалко, у меня 54 всего. Я все потратил только что. Даже отожмите, паузу нажмите. Кто сдох опять? Вы заебали нахуй. Посол. Умрут послы, как не в себя. Нормально. На время хватит. То я, блядь, все заводами застроил, все. У меня минералов теперь 0, блядь, плюс 0. Плюс 208 минералов, плюс 270 еды. Так. Плюс 41. Я оттуда кирху улетел из некроиды. Летает, сука, падла. Я просто не хочу попасть.
Да, он в другую сторону вообще полетел. Да, я вижу. Ну, реактор, конечно. Ты тут, надо... Дима. 6000 все видишь. 6000 веду. Так, у меня... Если ходить починиться, будет больше. 3. Ну, у меня немного. А, кстати, починюсь, когда вы радио сначала. У меня 4, 4,5. Починишься здесь есть станция. Ну, я вот тут. У меня показалось вот сюда чиниться идти. Да, уже так. Блин, да надо уже пиздиться, Дима, лети сюда. Тут починишься. Бля, где мой флот? Плюс у меня там еще дотекания идут. Блин, твоих этих поймали, десантников, что ли? Не-не-не-не, они улетают. Мы должны пиздить, по идее. У меня где-то 7. Может, с чем-то. А ты Шурик со мной стоишь, нет? Не, я ниже, да. Стой со мной. Цепляй за меня, короче. Сейчас, погоди. На станции, мне кажется, у нас есть шанс. Сейчас я полечу. Где блядь. Второй, блядь, флот как собирается, я не понимаю. Хуйню да, затобью, пока он улетел. А куда ты полетишь? Вниз? На Аквантум или куда? Наверх. А, я тогда внизу отобью, пока он улетел. Не, на некрой дорогу, тусуйся. Я, ну, прям под станцию. В некрой долети, Дима. Да. Там соберемся. Так, моя десантура в некроидах тусуется. Суку, не видно теперь, он улетел. Так, а где он захватил? А, вот эту еще захватил. А, он захватил эту, кстати, войска. А, вон он, Диме, блядь. А, он вот этот Педикс решил захватить. Опять, блядь! Все. Пока он какой-нибудь такой тух. Ебать! Батя, с Шуриком ничего не осталось. Так, пауза, пацаны, пауза. Всего эта вещь должна быть в музее. Жесть, что произошло? Ебать, Шурика потробило, блядь. Подождите, вы это, блядь, нажимайте ничего. А у меня вообще нихуя не изменилось. И вверху Шурику отдалось, короче. А, да, ну как я думал. Так, ну видишь, я поэтому и говорил, надо это самое было отжимать территорию, вот я успел отжать хотя бы что-то. Ну, кстати, это еще война, значит, по-любому. А вот, кстати, вот тут у меня почему-то не отдали мне, хотя я ее вроде забирали. Ой. Ебать, меня раздербанили, просто какой-то ад. Ну я знаю, я успел захватить те, что успела урвать основные, то оно и осталось. Ну зато у него. А чего у него, кстати, осталось? Я же там захватывал. А, ну потому что. Почему-то не отдали. Потому что это. Претензий. Ну ты претензий не вставлял, поэтому тебе ничего не отдали-то. Хоть ты и захватывал-то. Я не могу выставлять претензии вообще. Это понятно. Так, ебать, повылетало. Ладно. На Диму можно претензии поставить. А чё тут у него? А, тут какая-то, наверное, лютая лють. Ты кому-то ассоциацию хотел кинуть, Дима? А, он уже в ней. Ну-ну-ну, голубого раздербанили вообще неплохо. Если бы Дима еще мог претензии выставлять, сейчас бы у голубого, кстати, не осталось ничего. Влияние перечислять нельзя. Я бы тебя скинул, у меня, блядь, это влияние 400. У меня 1000. Гамма Драконис он урвал, да? С моей станции у нас. Даунтар. Ха-ха, осталось мое. Так, ну ладно. Что у меня? А синего сделали, кстати, вассалом. Да там его раздербанили, что вообще тут какая-то лють. Он теперь сосал. Жалко, там территория, это эпический этот мир. Это самое дел. А, ну тут я как-то колонизирую. А, ну тогда сейчас я это сделаю. Расы. Сейчас я крутую расу забацаю. Так, вот это изменить шаблон. Что можно ему добавить? Ладно, я тогда в Хамкат возвращаюсь. Армии плюс 40, стоимость 3, нифига себе. Рабочие производства ресурсов поселениями. Давайте пока мне объем торговли, деятельность нет, не надо. Минералы от вида деятельности. Вот это да. А кому еще еды надо? Ну кинь мне еще 5 штук. У меня 10 000, но у меня минус 6.
У меня 23 тысячи. Я еще давать начну. Чуть-чуть. Сколько? У меня 11. Кидай десятку, Дима. Я, блядь, твои. Я могу продать Диму, и можешь мне кинуть. Давай, кидай. А, кстати, мне вот это надо продать. Тебе десятка влезет, Ви? Да, да, у меня 25, у меня 11 сейчас. Как раз вылезет. На. Кирюх, тебе тоже десятку дам. Подтвердил. Давай. Так. Потому что у меня она собирается со скоростью 270. Пытизань, тебе нужно выставлять пытизание всем этим петухам. Заново. На своей же территории. Сейчас. Ну сейчас, кстати, еще будем воевать, так что ты, Дима, не расслабляйся. Продолжай накапливать силы. Да, сейчас давайте немножко, пока я экономику стаканю, накоплюсь, и мы сейчас сразу... Я бы с радостью увеличил количество кораблей. Но есть одно маленькое момента. Какая? Мы на паузе. А, ну вы сейчас подождите пока. На паузе. У меня тут минусы пошли. Сами видите. О, заебись, кстати, тут, оказывается, можно было заново запустить голосование на перенос галактического рынка. Так, сейчас дайте я расу создам-то свою крутую новую. Я хочу перенести рынок к себе, мне похуй. Государство от поселений. Минус 10. Способность нет, это не надо. Скорость прироста поселения, это не надо. О, вот это пойдет. А, это 3 она и дает. За 3 очка, что ли? А, 2 очка, еще 2, да. Нет, это не. Просто будто литера. Пища нафиг надо. Так, вот это. Единственное, вот это вот. Обновить шаблон. О! Ебать, я себе сделал расу пиздатую. Так, вот. Теперь вот эта раса пойдет заселять планету. Колонизировать. Так, а. Терраформировать не надо, колонизировать. А где раз? А, надо это, Санена. С паузы снять. Ладно, это снимется. Но было бы неплохо. Сейчас, подождите. Так, ну давайте снимаем. Скорость поставим. Вот причем больше всего я хотел бы одну единственную эту планету забрать себе сейчас. Какую? Вот эту, блядь. Точнее, даже не планету, а систему. Она вот это бесит. В следующий раз. Мне не хватало, чтобы я у этого Точнее, я хочу вот это ну, и это. Вот так вот, Дима, играть за мирных, блядь. Ничего захватывать нельзя, нахуй. Да. Да, ничего. Викс захватит, либо там расформирует, либо... Ну, она стоит... По 400, по-моему. 400, покинь влияние. Захватить. Кстати, а если захватить ее прям... Нет, во время войны... Голосование сейчас идет. Дипломатический вес от силы экономики минус 40, блядь. Я против него голосую. Пиздец, блядь. Для бомжей какая-то хуйня, блядь. А, против? А, я уже бы за проголосовал. Ну там через какое-то время можно переголосовать. Так, мне тебе нужно что-то с энергией делать. Кстати, да, не сказал бы, что твой голос за что-то отвечает. Не, ну уже 800 стало, как-никак. Так, что у меня? Жратва, надо жратву немножко выруливать. А, две энергии будет жрать, это жратва повыше. Заебись, кстати. Вот теперь, если твой голос ты при свой перекинешь, то резолюция не пройдет. Ну пока не могу. А мне интересно, а ты специально написал не крыды? Не, это я промахнулся. А там о должно быть. А кстати, можешь переименовать, да, по-моему? Да. А где? Да там на имя прям нажимаешь. А, вот. Некроиды. Да еб ты мать, давай на русский язык.
Так, 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 так. Все, ебучие пираты, пизда вам. Так, колонизировать-то нам поехали. А, пизда. Нет. Бля, а почему новый раз? Я сделал новый раз, а у меня нет ее. Почему? А ты ее примени, шаблон-то. Появится специальный проект, и только тогда, и все изменится. Если ко всем применю. Ебать, тут оказывается она за науку меняется. Ну, да, я же говорю, специальный проект. Угу, я понял. Чем больше поселений ты меняешь, тем, соответственно, дольше будет происходить изменения. Но по времени. Точнее, ну, больше количество очков будет, науки требуется. Окей, пускай поменяются. Так, а я пока следую обитания. Тут что можно построить? Блять, как вы меня сейчас напугали. Че такое? Сука, да у меня... Я не заметил, что паузу поставили. Я сижу, наблюдаю за космическим боем. Тут хуяк, они повисли. Я думаю, пиздец. Да не, нормально сидел. Фабрика клонов. Сквозь прирост поселения плюс 33. О, бля, я сейчас, наверное, тут оставлю. А, тут нельзя. Таблетос хорошо выпить. Вот это, наверное, заменить. Что за таблетос? Лучегонный пью. А что, болеешь, что? Ну, как выяснилось, у меня застой желчи. Образовался. Нихера себе, такое бывает, блядь. Да, причем я терпел лет 7, и тут только недавно решил узнать, а что там за хуйня побаливает-то. А что у тебя болело? Правый бок. Ну, я, кстати, ну как, он не как-то... постоянно болит, а систематически. У меня тоже бывало, как-то год назад покалывал правый бок. Примерно под ребром справа. Не, у меня пониже, короче. Но тут уже по-разному может быть. Ну потом у меня просто выходили камни из почек, короче. Ну, я и хотел сказать, что это либо камни выходят, да там как раз мочеточные протоки, они вот чуть ниже правого. Я так визжал, короче, блядь, забыл аж как-то, блядь, этот день, короче, настолько больно было. Ну, первый раз я тоже сиранул, не слабо. Но я сейчас мне уже по хуям. Ну, я как бы знаю, что происходит, поэтому и не сломаюсь. Ясно. Тяжела жизнь. Первый... Да, вообще поебать. Вот первый раз, да, было стрёмно, пиздец. Боль наш спутник вечный, блядь. Да я не скажу, что... Короче, уточню, если как-нибудь к врачу сходи, спроси, можно ли тебе пить мочегонное. Если скажут можно, то раз в полгода просто хуяри этот. Я так супер почтение подался раз на день, блядь, хожу. Так, ну смотри, Дима, тогда получается, вот эта вот вся территория, что я захватил, это все будет мое? Ну, да. Мне, говорю, мне только одна ебучая с этот нужна. А ты тогда захватываешь вот этот вот низ, смотри, вот, открой карту. Ясу. То есть я все захватил, мне остается, да, тебе что передавать не буду. Мне и справа-то оно особо нахуй не надо. Сейчас я тем более передавать не буду. Просто я тогда медиа вот эту захвачу потом у синего. Чтобы вообще вот эту прям бубок был весь мой. Чувак, я несколько раз уже сказал, мне от синего нужна только одна единственная система. Какая? Которая стоит в центре, блядь, моей территории. Это да. Все остальное можешь забирать как хуям. Прям к хуям, да, Дима? Да. Как все? Но оно мне не особо нужно. То есть я свою территорию еще не полностью покрыл. Так, что мне можно еще тут построить? Мне я нужно, тут еще строить и строить. Строить и строить. Причем я уже перешел давно лимит. Ты, я тоже лимит пишу. Блять, да че опять за хуйня происходит? Планет так мало стало. Меня какие-то, блядь, недоразвитые спустили космическую станцию на орбиту. Тупо лохи, блядь. О, линкоры изобретаю.
Может быть, сразу сейчас построить линкоры под войну. Кстати, а где мои корабли, интересно? Ну-ка. Вот они, 2700, ага. У меня сейчас минус 41, я даже ничего строить сейчас не могу, они все поотжали. С энергией. Минус 41 энергия. Суки тварь вообще. Куда строится? О, ебать, у меня два адмирала, кажется, было. Раз. А нахуя мне... А, точно, мне же одного дали за квест. Ебать! Какой-то, короче, чувак из моего арахноплеменит дает мне, короче, минералов. Откуда где он сидит-то? Что это за хуй? А это что за хуй? Глянь, у них какой-то чувак... У вас мой какой-то рулит, Шурика, который поделил, блядь. Где или там новое этого образовалось? Государство, ну, что ли? Да. То есть они суверенные стали, да, типа? Про вот этого-то, что ли? Да. Это вот этот. Которого, из-за которого все, блядь, и началось, ну, когда Вик сказал. Но я, короче... Это не он, это другой. Это уже другой, получается. Это другой. Пиздец. А у него есть союзы с кем-нибудь, нет? Да, ну с этим петухом у него союз, с рогатым. А, да, по взаимной защите у него с рогатым. А у рогатого что? Рогатый вот с этими дружит, походу. А если мы вот этому объявим, у него этого же нету с теми, короче. То есть, по идее, только этот, наверное, будет воевать, не? Потому что нигде не работает так, чтобы типа цепочкой, короче, цеплялась. Пакт о взаимной защите. Да, у него пакт о взаимной защите с роботами. Слушай, а голубой, подожди, какой значок у голубого? Ага. Ми договор о миграции. А, у него получается теперь только с... Ага, ну голубой больше не вписывается за пацанов. Какой, вот этот? На которого мы распидорасили территорию. А он не может просто. Почему? Он теперь вассал вот этого. А, он вассалом стал. Ну тогда он впишется, да, получается. Так-то его слишком пизды ему дали. Да. Он как бы впишется чисто номинально. Фактически он нихуя сделать теперь не может. Ну да. Ему пиздов настолько хорошо влобили, что у него нихуя не осталось, грубо говоря. Потому что мы всю его территорию тогда с собой прикрыли. Мне какой-то корабль вначале дали. Так он до сих пор летает. Его нельзя, короче, это типа присоединять к флоту. И он один летает за моим флотом, и все еще не убьют его никак. Так. Если вот так поставить, то еще можно. О. Через пару ходов я опять спрошу, кому еды. Блять, не то сделал, сука. Так, надо будет еще теперь. Типа, потом, короче, закончим вот этими верхними. Я буду копить силы исключительно, чтобы выебать этих шард и ужас этот ебаный. Ничего не приключилось, блять. Потому что эти два пидораса бесят. Шар, ты ужас, блядь, ебаный. Так, щит. Десять, так сделаем. А тебя, кстати, в любом случае пришлось бы синего себе полностью забирать Ви, который справа. Потому что у него Black Hole есть. А у тебя Black Hole теперь нет. Сохранить. Так. Это у нас получается... Ракеты. Так. Ракетный крейсер. Так, а этот какой? Блять, да дайте нажать на станцию. Чё такое-то, блять?
Хорошо, так. А, типа не надо. Так, теперь надо. Так. Так, значит, у нас здесь и так вот, да, все устроено. Усилить. Хотя у меня еда в минус уходит. Иду строить. Можешь запросить мне ежемесячно плюс 100. Да, у меня дохуя, у меня просто клетки не застроены на планетах под еду. Ну так не запроси проблем, на несколько лет они до конца кон. Ну сейчас построим, управляемся. Так. 16 тысяч. Они быстро тратятся. Так, давайте вот это апгрейдим. Так-то я тоже сейчас своими этими особо не занимался. Если у тебя лишнее есть, ты кидай. Еще 15 тысяч места есть. Ну, 15 пока у самого нет. У меня 9 набралось. Сейчас 10 будет тысяч, я тебе сразу кину. Что-то я когда мясо ем, жареное, я икать начинаю. Так, а что там улучшается? Ну, изучаем сразу до цитаделей. Вот, 10 тысяч набралось. Жалко, нельзя сразу 10 тысяч нажать. Приходится через Ctrl-Shift делать. На. Так, а, мне еще надо претензии кинуть вот этому. Окей, спасибо. Территория. Ну, надо все свои территории будут повозвращать. Не бьет. Можно еще федеративный флот сделать, кстати. А нет, там... Да, у нас из всех карманов это будет уходить. Федеративный флот пока строить нельзя, для этого надо, во-первых, увеличить уровень федерации еще немного. У меня уже можно корабли строить федеративные. Появился. Какого у меня можно? Верфи. Ну, у нас, вроде, если смотреть по самой федерации, то там вроде не того еще. Президент Ашури, кстати, блядь. Я вот так. Че это? Да, я уровень сплоченности повысил. Давайте. Нам Йенто надо. Так, технологии. Да, пусть вот так будет. Давайте, давайте. Так, что у меня там на планетах-то творится? А это колонизируется. Это еще строится. Тоже строится. Блять, что там насыпалось-то? А, похуй. Так. Вот. А теперь можно поставить вклад флота. Можно сделать вот так, а теперь можно строить федеративный флот. Что-то без меня все принимают. Вот Шурик там, блядь, распоряжается, сука. А там по большинству. Это Дима все вообще тыкает, я вообще просто нажимаю «да». А как передать? А теперь можно сделать вот так. Теперь флот может строить федеративный любой союзник. А где ты смотришь это все? Федерации. Так, единое объявление войн, так, нахуй, единогласное решение большинством голосов. Подожди, подожди, где федерация вообще находится? Ты это хуйня? Приглашение тоже, нахуй, единогласное, надо всем. У тебя власть отнимаешь. Да. Но... Дима, вот он, ты уже! Уже отняли. Теперь мы все через общее голосование делаем, а не... Да вообще похуй, знаете, тыркайте. Знаете, я могу даже Диме скинуть этот самый. Уважение к президенту, я считаю. Назначить посла. А, назначить посла можно. У нас, ты там уже выслал посла, все нормально, не трогай. Все нормас. Не трогай. Ну так я могу еще одного посла назначить. Трогай, Дима. Своего. Ты
Ты президент. Ты а, вот, про... да. Ну, еще одного посла. Посла. Выйти с федерации. Кнопку вижу. На самом деле, сплоченность тут, ну, точнее, больше одного посла отправлять не требуется. Да, и как тебе флот-то строить, сука, когда просадосы по энергии? Никак получается. Ну, за тебя бы построил, на Русь. Ну, у меня сейчас и минуса по всему идут. А что, резолюцию-то хоть приняли? А, память природы. Блядь, она прошла! Сука! Че прошла? Памятники природы. Да? Печально, блядь. Тут-то я смотрю, у меня минуса все идет, блядь. Так, где эта хуйня? Надо... Надо поменять ее. Надо, блядь. Учиться. А вот. Как бы ее аннулировать, блядь. А вот. А, ее уже хотят. Могу по указам. Так, компания. Сейчас бля, ее нельзя пока принять. Засада, брат. Да, хуйня какая-то. Что-то надо еще заводик с этим материалом. Да, что такое технический. О, филиал один улучшился. Так, пора, наверное, создавать корпоративное посольство в филиалах. Потому что это будет мне давать дополнительно дипломатический. Нехватка ресурсов. Ага. Технологии, технологии, о. А, модификация. А где посмотреть, что этому модифицируется? Сколько времени осталось-то? Ну, спецпроект. А где они смотрятся? В журнале, чувак. Ну, ты как будто в первый раз. А, модификация раз. Дипломатический вес от силы флота минус 40%. Ну, охуенно. Конечно, против. Во, сейчас у меня модифицируется, и я по энергии в плюс пойду, потому что я себе кинул модификатор. Так, напомните, раз. Пожалуйста, что, собственно, правильно будет с покровом делать? Что там? 15%. Что? Какой покров? Да у меня покров открылся. Хуйню вроде. Да, только надо ж не понаебаться опять. Да там, по-моему, шанс рандомный. Тогда пока покров просто, блядь, трогать не буду, в пизду его. Да ладно, все равно пока мирно развиваемся, так что можешь... Да нет, трогай, я чё нахуй. Да, можешь ебануть. Я лучше вон титанов изучу на одной из планет. Лучше психическую хуйню вызови, она мощная. Чё? Ну, шторм психического голема там можно вызвать по крови. Стабильный. И он довольно мощный сам по себе. Мощный, Вася, мощный. Я пока говорю, покров трогать вообще не буду. О! Вот сюда лучше слетаю. Захвачу. Хуже. Да не, мне без этого еще есть что. Надо самую пиздатую планету по еде найти, построить там. Так хуя еды, да, нужно будет потом десяточку этого петуха снулить. 14, говоришь, да? Давай, 14, так 14. Так. А чего ведут? А, у меня нету. А мне надо быстрее получить технологии мегапроектирования. 400 надо купить. И починить свое мир-кольцо. Так. А, рынок. Продам вот эту фигню. Продать. Так, и купить немножко металла. Сейчас я себе эту самую звездную крепость построю. Чтобы у меня тут будет в центральной моей этой самой. Как его? Все секторы в центральном. Будет все на развитие кораблей там. Чтобы можно было пиздатые прокачанные кораблики строить.
Да, да. Нормально. Рассылать. А оборонительные платформы жрут, да, что-то? Энергию жрут они, да? Ну, они как обычные корабли. Просто не двигаются с платформы. Вот, кстати, вот тут, если глянете, это родной мир. Кого? Дронов. А-а-а. Бля, ну это там по ним надо урон прокачивать, чтобы их дамажить. Не, я просто показываю, что, помню, я тебе говорил уже о том, что в нынешнем обновлении появились родные миры этих. А-а-а. Ну вот эту территорию всю тебе отожмем потом. Какую эту? Ну вот эту всю, вот прям вот эту вот, всю хуйню. Бля, я надеялся ее Кирюхе багрить. А она нафига Кирюхе, ты тут стоишь. А Кирюхе вот эту нижнюю. Всю, вот эту нижнюю Кирюхе. Блять, это ж расти, надо будет увеличивать свой администратор. А мне получается. А, ну и голубого, вот эту тебе. А мне получается вот эту всю. Я забираю вот эту. Сейчас вы поймете, че я смеюсь. Да ты наркоман. Скину. Логично. Я в диск скинул. Техники. Смотрите, какие у меня классные технологичные. Ну это да. Нам еще не хватало по 150 косарей. Прилеты. Это чего не хватало, того не хватало. Мне сейчас надо вот эту весь кусок вот этот просто урвать весь. Прям, вот этот все прям урвать. И тогда я смогу делать наконец-то нормальные флоты. Гигантские. И развиваться на КМАС. Ну и потом сможем вообще ураганить просто. Я чё понял? Ты чё ты понял? Я до сих пор у тебя филиал не учредил. Столица. А мне это минус отдаст? Только плюс оно тебе даст. Планетарное производство. И чё, и как мне согласиться? Ну, филиал, а. Да никак, ты ставишь перед фактом. Mm-hmm. Ой, блядь, титанические монстры убивают всех. А я у тебя могу филиал учредить? Ты не корпорация, это чисто корпоративная фишка. Ой, исследовалось. Минералы. Так, скорость планетарного строительства. Это нахуй мне оно надо? Во, плазменный двигатель, да, пацаны? Я начал такие качать. Точнее, продолжаю качать движки. Не, потому что скорость на самом деле решает. За что там голосуют опять? Сенат на каникулах. Непонятно. Ой, эти петухи выдвигают что-то. Что они выдвигают? Не по зубам. Акт о военной готовности. У каждого члена галактики и сообщества есть долг перед собой. Предоставленный эффект. Члены галактического сообщества по словам другого государства используют менее половины своей вместимости флотилии, нарушают галактический закон. Ага. Против. Еще петухи какие-то будут выдвигать какую-то хуйню. Так, о, можно тут построить. Кстати, тут можно. Чё по жратве у меня? О, жратва в плюс вышла. Нихуя себе. Не хочешь, да? Так, давайте построим. Люди. А что это такое? Роботостроительные. А, роботостроительные заводы. Оно мне надо? Не надо мне. Мне вот это вот надо сейчас. Не въеб. А это что за хуйня? По-любому. Потом вот это надо. В смысле, блядь, независимое государство? А, эти... Ебать! Так, где мой флот псиоников боевых? Летите. Чё, опять коллаборационисты, да, Дим? Ну, хуже. Вот тут у меня, короче... Титаны были на планете. Они взяли и захватили планету. Начинается, да? Собственно. Так там они даже не жили на ней. Они
сугубо это. С этого все начинается. Не-не, это чисто квестовая хуйня, скриптовая. То есть там не было даже раз с этой. Не, у меня тоже начиналось с этого. Жили просто мирные пацаны. Я их аннигилировать хотел, но я их захватил, сделал рабами. Чувак, им не понравилось, они восстали. Еще раз, это чисто квестовая фигня. То есть я эту планету сам создавал. Ну, точнее, я на нее заселился, там была типа... Да, я понял, Дима, я понял. Просто я говорю, у меня наподобие было, и пошло... Я объявил войну, соответственно, и сами видите итог. Да там нет этой расы, господи. Это даже... Там нет такой нации, нет расы, ничего. Это чисто по квесту было. Так, а что мне нужно? Генные они клиники, не да? могли восстать, потому что некому восставать. Там населения этого нет. Генные клиники пока не могу. Давайте мы... И что интересно, до сих пор нет. А, не подождите, а зачем это ваше? Да, тут нет этой расы. О, е! Основал колонию. Хорошо. Сразу три энергии. Три поселения. Все умерло. Понеслась. Так. Тут что у вас, пацаны, творится-то? Блять, какой же такой робот мощный, пиздец. Не по зубам все равно, блять. Ой, блять, какой, сука, роботы, блять. За роботов заебись играть, блять. И, блядь, приспособленность. Я их отпиздил. Здрасте. Титаническая форма все еще осталась. Да. Ну, грубо говоря, у меня на планете просто перк был. Титаническая форма жизни. Вот оно как-то там так получилось, что они взяли и восстали. Пук был, короче, на планете. Хотя они, в принципе, вроде как восстать-то не могли, блядь, потому что их нет. Факта нет. Ничего нету, блять. Все же украдено до нас, блять. О, есть, у меня цитадель качнулась, пацаны. А, не цитадель, а звездная крепость тут. Цитадель. Так, стояночное место. Ну, у меня уже два стояночных места, так что тут больше не надо, я думаю. Верфь. Верфь плюс один. Так, ангарный отсек. Здоровье корабля плюс 10. Ага. А если я два ангарных отсека поставлю, то она будет суммироваться. Ну да, там в каждом сколько-то самолетиков респаунится. Здоровье корабля плюс 10. Ну и фонтятся там этими зенитками. Самое надежное это, конечно, пушки. Просто. Ракетную батарею ракетами пулять. Или пушечную? Нет, просто пушечную. Ну я вообще делаю, я ставлю один ангар. Одну ракету, а остальное пушками заставляю. Чисто чтобы эти самолетики вылетали, цепляли тоже. Ракеты тоже далеко летят, цепляют. И. А когда уже они подлетят, чтобы пушками их разбирать чисто. Все равно основную работу пушки делают. А ракеты и истребители чисто нужны, чтобы зацепиться в бой, короче. Чтобы станцию не облететь. Так, жилой отсек, а что не могу сделать? А, уже есть под жилой отсек. Жилой отсек, Академия Космофлота. Беру корабль. Станочное место плюс 2 вместимости. Вместимость флотилии. А, вместимость. Подумал, я нижнему, у которых на ассоциация, закрою границы свои. Станочное место плюс 2 к вместимости. Какой ты жесткий, Дима, блин. Да блин, он сейчас захватит вот эту хуйню и пиздец. Нахуй так делать. Ты шо? Это же свои! Я подкрою потом обратно, когда... построюсь на тех территориях, которые хотел занять. Давайте вот так вот пока. Так, минус 3 жратвы опять. Что ж вы такие проглоты, мать вашу? И жрут, и жрут. Не говори. Так, за что голосуем, пацаны? Давайте, Сенат. Модификация раза завершена. Аллилуйя. Ой. Аллилуйя. Чё-то у меня сразу начали умирать. Ебать. У меня все попередохли, покиньте сразу. Чё, не сожрали все, что ли? Не знаю.
Я модифицировал расу, и меня сразу ученые попередохли. Скорее всего, просто по времени прошло уже. Не, реально, все лидеры... У меня все лидеры сдохли. Блять, ты до этого буквально недавно... Проиграл, рассказывал о том, что как у тебя пиздата, они живут дохуя. Ну вот, прошло время, что... Дожили, ёпта. А они все разом, да, не? Подводит базу, нахуй, доказатель. Да это Дима хуйни просто несет. Как обычно, собственно. Не, просто я убрал расу некроид. Вот и все. Модификатор этот, я другой сделал. Завод. Просто он, да, он медленно развивается. Для колонизации это очень не очень. Очень не очень, да? Он хоть и дает бонусы, но он и не дает бонусы. И в некроидом можно переделаться, когда уже на последних стадиях, чтобы развивались меньше. Как бы дает бонусы, но не дает бонусы. Я чё-то не въебал, почему это не изучается, но при этом и строиться они нельзя. Дескать, не изучен не полностью. Какого? Так, сюда давай ты идешь. О, я. Так, дальше. На ракетке ты. Тебя на ней тоже есть что-нибудь? Что это такое? Поиск геологических раскопок. Давай ты. То есть, если смотреть по расе некроид, где она была вот основная, она давала, вот видишь, сквозь просто поселение минус 75. Это потом можно будет переделаться опять у них, чтобы они не, особо не росли. Вот, содержание поселений пищи, минус 50, зато потребление минералов населения, минус 50. Обычное производство ресурсов. Забрал линкор, надо линкор офигеть, короче. Здесь одно, здесь достроить. Ебать, у меня линкор какой-то, блядь. Какой-то кривой весь, блядь. Кривой линкор. Да щит, я сам... Вот, зато по деньгам я... Ой, это по энергокредитам я вышел в минус один сразу. Да ладно, прям ж. Это нормас. Это успех, пацаны. Ну ты жесткий шурик, блядь. Скажи. Я так, долго к этому шел. Обшивка и форсажная камера. Дайте мне паузу пока, пацаны. Так, о, энергокредиты. Так, что можно еще качнуть тут? Станция слежения. Научные нормально. Бытовые научные комплексы. Хотя... Ракетный... Так, что я хотел-то еще сделать? Что-то хотел. А, наверное, на это вот. Здесь одна, один. Странно. А можно хотя бы на низкой скорости вернуть? Да, отжимай. Я сейчас закончу. Так. И скинь скорость. Ты. Так, жратва минус 7, да? Но пока ничего не могу все равно сделать. Будет пару линкоров сделать. Сколько он будет обойдется? Технологи нахуй discovered. О, так. Плюс 29 энергии стало. Отлично. Столичный комплекс. Могу построить тогда крейсер. Тысяч стоит, блять. Крейсер, лазерный крейсер. А, мне нужно купить. Так, давайте на рынок пойдем. Так, линкор будет стоить, значит, сколько? 1200. А в этой федерации в 1200 с чем-то стоит. С писечкой, короче. Рынок рабов. О, нихуя себе, можно купить раба. Пожилого. Нормально. Растение 55 центов. А я смогу... А, продать рабов я смогу продать своих? Че ты хочешь? Ну-ка, продать рабов. Ой, ебать мне рабов. Буф, рабов. Техника, а не техники. Солдат, о, давайте вот этих рабских.
фермеров не буду, техников не буду. Сейчас, подождите, если ученого найму нормального, блядь. Поставить на рынок. Кураторы. Так. А вы из ваших ученых? Среда обитания тут что? Некроидия, фермеры. Можете положить... ученых. Да, за 1000 он слышишь? Я поставил рабов на рынок, пускай продаются. За энергию. О, нормально. 5-го левела, кстати, дают. Кого? Ученого, короче, у кураторов за 1000 всего энергии. Да. Нормально, так и буду делать. Контакты. Ну-ка, сейчас тоже посмотрю. Это анклав куратора, да. Ну еще баф пиздатый, блядь. Так, может нам... Куратор, ученых... изучение. Извините. Отношения плюс... плюс 90. Почему я второй-то сектор не могу создать? О, я продал рабов. Не одобряю. Кого идет? Запретить! Запретить! Халявные бабки. Это, запрети, где там этот, как его нахуй? Галактическое сообщество, блядь. О, лень, пошли на продажу, только успевают продаваться. Всех продал своих людей. Ну, это все лучше, чем аннигилировать бесплатно. Ну да. Еще бы их размножать, чтобы продавать. А, они же сами плодятся. Надо им это, блядь, вколоть что-нибудь, чтобы они ебались бодрее. Генную клинику, да там вся хуйня. Так, шахтерский потребляет 0,5, шахты производит. О. Техники будут производить. Ага, пошло. Так, теперь мне нужно что-то с пищей сделать, вырулить как-то. О, а что тут мир, кстати, какой-то не то самое? Или тут кто-то живет? Да, никто. Ну-ка. Где мой ученый? Ученый, товарищ. Товарищ ученый. Я ж купил, да, у вас? Да, 5-го уровня дают этого самого. Ну, да. Да, ну жалко, только одного купить можно, 2-го не дают. Темп преследования сквозь изучение плюс 25%. Покиньте, оцените, я нашел планету, вот тут вот какая-то, после войны осталась. Какая-то непомеченная. Я не знаю, это точнее систему. Сейчас я ее походу. Так, колонизировать. О, вот они, наконец-то появились. Давайте, вот вы пойдете. А, мне не хватает этого. Рынок. Рабов продал, тебе можно что-нибудь купить интересное. Так, колонизировать пиздатыми пацанами сразу. Давайте. 2-4 слота. Сельскохозяйственные районы максимум плюс 2. Какая-то фигня непонятная. Ладно. Тут что такое? Минералы от видов деятельности минус 25%. А, планета, где нету минералов, прикиньте, вообще ноль. Заебись. Зато дохуя городских районов и энергия. Есть хоть не сильно много, но нормас. Мне как раз, кстати, энергию, планета с энергией. Не аркология или случайно какая-нибудь? Аркологию не строить надо, хуй ты ее найдешь просто так. Не, есть и находится. Да? Окей. Но она уже не такая пиздатая, она теперь ждет ресурсы. Экзотические. Раньше это она без ресурсов делала, блядь, сплавы. Раньше экзотические ресурсы особо и не нужны были. Сейчас они нужны постоянно, блядь, повсюду. Так их и нету. В большом количестве. Вот у меня сейчас плюс 0 всех ресурсов, блядь. Не, у меня плюс 6 пылинок, плюс 2 газиков, плюс 1. У меня плюс 1 металлов. Еще ныл, сука, что хуёвая территория досталась, блядь. Чтобы еще так тем... я строю эти заводы. Надо было отжимать все вообще, нахуй. Да. Так и надо было. Газики, блядь, хуязики теперь, блядь. А у меня хуй наворотник, блядь. Ну, как бы газики у меня из этих идут. Из заводиков. Из зуб. А, кстати, можно заводик, но он перерабатывает одну энергию в одну пылинку. Да, я так понимаю? Нет. А, по-моему, он минералы перехуяливает.
Он энергию жрет, а еще минералы перерабатывает. А, что такое это безумие? На самом деле невыгодно этой хуйней заниматься. Потому я не строю там хуйню, я предпочитаю построить больше сплав. Чё это такое? Это ты меня оскорбляешь. Твои послы, точнее. Понимание автоматического переводчика у меня появилось. Какой-нибудь Дарван, блин, да. Я не оскорбляю, это типа это. Ну я понимаю, что это скрипты. Так, где моя армия, кстати? Там переводчик просто сломался. Тебе он говорит, что там переводчик, а у меня он говорит, что оскорбили. Ты подумал, что оскорбили, блядь, а на самом деле переводчик просто сломался, понимаешь? Тут трудности перевода. Вся хуйня. Напомните, а какая там технология нужна, чтобы в эти сделать, орбиталки? О, пора забрать, что вызывает ценное и разрушительное поведение жителей колонии Ил-ЕА. А, бля, я их уже могу строить, ёпта. Нам надо продать их, этих жителей колонии, сто пудов. Сейчас кто-то завоевывает шурику людей, а он их будет продавать. А, они там мои, кстати, нет, своих не будут продавать. За энергию. У меня вот этот закрыл границы. Какой? Справа от тебя, который. А, да и вот ему я. Ну или под а, тобой. То есть их уже можно, если они закрывают границы, значит уже можно их это... Скоро можно будет, да. Но я б не стал пока воевать еще. Да не, я тоже не пока а подойдет. Я только и делаю, что на войну сейчас развиваюсь. Так. Ну идет, что лучше еще немножко подразвить. Так у меня уже десяточка есть. Я могу воевать. У меня воевать. Вроде 10 тысяч есть армия. Да. Не, у меня пятеро, но я не могу больше просто. У меня просто и только энергии стало. Или не 10, надо, блин, проверить, сколько там сейчас. Но вроде после улучшения там по десятку стало. Великолепно. А тоже, кстати, у меня эта армада летала на старых технологиях начальных. Так, отлично. То есть, грубо говоря, там корветы, эсминцы, заебись, все, только они с топорами каменными. Да, прям дали. На бордаж, как орки, блять, короче. Не, они... камни, блять, корабль. Короче, там следующая тактика была. Берешь топор, берешь этот небольшую торпеду, петарду, привязываешь к топору и кидаешь ее в космос. Через иллюминатор. Так и подбивали корабли, видимо. В смысле? Кидали топор через иллюминатор? Ну, я шучу на тему того, что у меня на старых технологиях летала армада. Из 6 тысяч до 10 сейчас поднялась. После улучшения банального. Как орки в этой, как в армаде. Ты что, рефигал в армаду? Я ж видел, те летсплеи были. А, 40K, которые. Battlefleet армада. А, да. Там тоже орки только на абордаж берут и таранят всех на своих кораблях. Ты воевал там, Сон? Да. Не, ну, на кораблях можно, конечно. Там не было орк? Не, орки были. Так, генные клиники. Мне пока не надо генные клиники, хотя... Клинический мир. Кстати, а в армаде есть же компания? Да. А копии в ней есть? А вот не знаю, кстати, не помню. Нет, нет, наверное. Было бы неплохо полетать, она считает, что одна из них. Ледер есть какой-то, типа. Не, я в компании был в хлопе прошел, потому что она считается одной из лучших в плане такого, в РТС-ок космических. Не, ну там нету точно. Так, во. Теперь можно сделать... А, тут это. Там компания неплохая, кстати. Там красиво. Мне в принципе... И мне, в принципе, вот я сколько смотрел обзоров на игру и видосиков в плане, она красивая, пиздец. Ну да, но играется она, кстати, не так пиздато, как выглядит. По крайней мере, наверное, я в первую играл, короче. Там все очень грибы. Плохой баланс был, и очень однообразные корабли все время, одни и те же тактики. Разнообразия не хватало. Какого-то
этого смотрел стримера, блядь, у него тактика была одна. Немного кораблей, много бронспойертов, которые на таран берут и взрываются. Ну да, в принципе, там если играть за орков или за империю, то там только таранить, блядь. Кажется, что империя тоже там нормальные фишки, но на самом деле самая сильная сторона это империума, это то, что у них корабли таранят нормально, короче. Они оркам проигрывают в таране, короче. А всех остальных превосходит. Но проблема в том, что если ты в артиллерийскую дуэль вступаешь, к примеру, с тем же эльдарами, ты их никогда не перестреляешь нахуй за империю. Приходится эльдаров таранить. И хаос приходится таранить, блять. А орков не перетаранишь, блять, потому что они круче тебя таранят. И вся игра, блять, в этом заключается. Там, может, какие-то лидаров есть тактика, бля, а у Империума там, блядь, только вот так вот строишь свиньей свои корабли, блядь, и летишь таранить нахуй вперед, блядь. Че, у меня там ученый, что ли, сдох? Да. Ну чё, тогда у меня сейчас все ученые будут псиониками. Орки там, кстати, в сетевой игре, бля, имбой пиздец, короче. Вообще всех, блядь. Если, а, нет, этот не будет псиоником. Если этот они будет. Удачные тараны проводили, они выигрывали, блядь. Забавно, блядь, получаю знания об Эльвратах, а в Эльврат у меня ни одного. Там к нам просится в ассоциацию хуй какой-то. Ну, давайте. Ну, соглашайся. И кто и кого это взяли? Червяка какого-то, который не правее, левее меня. Желтый, блядь. По-моему, я. Да, это он. О, неплохо. А он сейчас стопудово будет что-то мутить, он хочет напасть на нижнего, на Кирюхина, стопудово. А ассоциация-то не то, ассоциация, он еще не в нашем этом. У нас не будет поддержки по войне. Ну, мы ему ничем не обязаны. Ебать, у этого летает, пацаны. Военные санкции, это хорошо. А, он стягивает флот. А, Олень, он в моей гамма драконис базу сделал, пиздатую. Хотел проверить. Да, у меня 13 тысяч флот стал. И у него флот получается 9500. 9500. Ну да. Надо ему это будет поломать. А мой флот у меня большой теперь. А, пойду, кстати, Лев... Сохрани сви. Я хочу попробовать Левиафан трахнуть. Сейчас, у меня, кстати, так. 10 тысяч, да, 10. Есть. Оля, этот мне дает тебе бабки. Вот этот петух, да, который новая территория организовалась, он меня подкупить хочет. Он бабки дает уже, так и скидывается. Тебе бабки нужны. Ну да, я и взял. За бесплатно. Он подмазаться хочет, подмазаться. Я им претензии накидал на все территории. Так, сохранить срываешь? Да, подождите, паузу. Да, я хочу на Левиафана сейчас пойти. Так. У меня 13 тысяч есть, так что чё б не попробовать. Сейчас Дима от соседа будем заводить. Да, ну давайте, ладно. Так, на какого пойти? На дракона или на ужаса? Ну ты, маяк, никуда ты хочешь. Ну, либо... Не, ну тебе надо было войска подвести в сектор. Подведи пока войска, потом сохранимся. Либо вот сюда хочу, либо вот сюда, я пока выбираю. Может, пока не надо, давайте лучше повоюем на эти корабли. Сейчас да Дима поедет половину кораблей, потом снова строить, да, блин. Да. Лучше повоевать, реально, блядь. Пока не спеши, Дима. Блядь, там планета заебатая есть. Потом сейчас тебе планет сейчас будет мало, ты сейчас этого... А, ну этого ты не сможешь отжать. Давай сейчас подожди, у меня что, какие претензии? Я и вторую флот уже строю, так что по идее должно быть нормом. Сейчас, подожди, я сейчас по претензиям посмотрю, что тут. Я смогу тебе этот притязание. Так, сколько будет стоить? О, стольник. Ну вот тебе можно будет отдать планетку. Вот эту вот. Это сколько будет? 125. А мне вот это нужна. Ну давай, я на него притязание выставлю и отдам тебе. Мне как раз он тебе стольник стоит. Так, какой тебе еще? Давай, показывай. Да и все, я Шарда вынесу и... А, у меня и больше нет. Я, в принципе, больше не хочу расти. Ну, я хотел вот эту, например, тебе вот эту. Что, вот эти все отдать тебе внизу. Просто мне туда они не срутывают. Можно, конечно, но они не сильно. Надо тебе копить. А, кстати, надо теперь ему это... Предъявить притязание, оскорбить. На тебя оскорбление. Так,
А как соперничество победить? Эти отношения. Еще не могу соперничество. А это что за пес такой? А, это я голубого. Так. Закрыть границы. Пошел нахуй. Так, тебе закрываем границы. Ты кто такой? Кто такие? Я вас не звал. Открытость у этого пацана. Минус 102. Незначительные военные санкции, ебать, против кого? Да не против кого, это в целом, если нарушение идет резолюции. Бля, мне такого не надо, я флот строю, блядь. Ну, нормально, там это пойдет, когда у тебя, наоборот, будет меньше половины флот. У меня уже 1000 стало. Написано, вместимость флотилии минус 10%. Ну, это если санкции будут приниматься. А, но если к тебе они будут применять... Нет, пока нет. Нет, такого мне не надо, я рот ебал, я флот строю. Ну, я за них проголосовал. Дима заебал руини, честно, блядь. Сейчас воевать надо будет, блядь. Он заголосует, чтобы, блядь, армию нельзя строить было. Блядь, ты хоть считай, к чему это приведет? Точнее, когда будет приниматься санкция? К тебе она применяется? Нет. Применят, блядь. Судя государства или государства, нарушившись галактическое, получает штраф, модификат. Вместимость флотилии минус 10, дипломатический оттил. Если она к тебе применяется, то там написано, вы нарушаете... резолюцию, соответственно. Ну, да, она применится, если флот будет больше. Блять, там должно быть сразу написано, если будет применяться. Если не написано, значит она к тебе неприменима. Чё, блять? Чё несёт вообще? А я как, где посмотреть, что я нарушаю законы? О, там прям в резолюции будет написано, что ты ее нарушаешь. Ага. Мне сама перспектива такого, она не нравится, блядь. Да, сейчас Кирюха еще пару кораблей построит, и все, и он нарушает, и все, и пизда. Да не нарушает он, да он да будет нарушать. Они потом на меня кинут, сейчас я всех овнить начну, блядь, на карте, да, они да, на меня да. кинут эту хуйню, блядь. Я знаю, да, нахуй. Да по-любому так и будет. Я тоже против такой хуйни. Нахуй вообще за него голосовать, что флот был минус 10, это... Кому это выгодно? Ну, кого флот маленький, блядь. Кидать на тех, кто воюет много, типа, блядь. Чтоб дебаф получили, блядь. Тупо подсаживает, Дим. Подсидел, блядь, союзничков, да? Ты мне посмотри, блядь. Кидать нихуя, потом узите. Да если правильно. У меня уже размер государства 345 из 90. 235 из 161. Жесть. Причем я в шире не расту, я в твою территорию все еще приходу. Так, что еще жрачку поставить? Нафиг надо. Исследовать и посчитать товар массового спроса. А вот тут я сделаю мир кузницу. Уюзницу. И на авто этот его. Ага. Тут у меня будет еще один этот энергетический. Тут. А тут я даже хуй знаю, что будет. 4, чего у меня еще нет? Пусть будет бюрократический центр. А то у меня все хуёво с бюрократией. Так, а чё тут планетка 12? Давай тоже колонизируем. Частички медь-то. Так. 10 энергии я вышел. Блять, это ж пиздец. Конечно, не огонь. Но что-то есть. Так, рынок. О, заебись. Беритянская электростанция. Беталианская, точнее. 16 энергии давать будет. Так, и купить. А, мне нужно купить вот этих вот. Так, и
Мне бы еще немножко увеличить этот, количество космических баз. Я никак не могу забить себе лимит кораблей. А я делаю корабли, он растет. Этим кинем посла, и вот этим кинем посла. Ракетный, лазерный. Я хочу у них построить филиальчики. Все хотят. Кто получит вялого защиту. Так, что там по работе-то? Нормально. Ну хоть сегодня-то мозга не ебут эти петухи. Да? А то в прошлый раз только ебали. В пятницу. Не успели они за неделю. Неделю хуйню если дали, решили в пятницу все сделать. Блять, слабаков слишком много, короче. А сильных пацанов слишком мало, блять. Мы проиграем эту хуйню. По-любому. Ну-ка, и чё там? Слабаки, блять, это те, которые драться не любят все. Да, у чувака дипломатический вес 5600, охуеть. А у Димы 5300 тоже. Надо так. Будет памятники природы отклонить. Вообще галактическую инициативу по утилизации отклонить и акт об ангелохранителях. И у меня еще больше так, станет. Акт исследовал. На 60%. Так, ну мне нужен теперь тут строитель, где строитель был. Так, чтобы дипломатический вес увеличить, можно еще традицию дипломатии закрыть. А можно не закрывать. Я вообще так. В войну качаюсь. Вот, и бахни еще разок сохранение. Ну, что ты, блядь. Хочешь это, что ли? Да я уж подлетел к ней. Еще подальше. Можешь тебе помочь, Дима? Да я по идее осетилю. Или... Если загрузимся, значит лох там будешь, короче. Или считал. Так, все. Хранил. Не, подожди. Ты куда хочешь нападать, покажи. Вот сюда буду. Ага, все, да я... Что, я хочу посмотреть постоянно. Сейчас, да я сохранюсь. Так, ну вот, сохраняюсь.